Испанский натюрморт в синих тонах на выставке занимает особое место. Это одна из самых любимых работ художницы Ирины Никитиной. Картина выполнена в технике темперной живописи. Она сделана в 2001 году. Живет она в Нижнем Новгороде. Она участник моей персональной выставки еще из Дома ученых. Вот. И это работа, которую я очень люблю. И я выпросила ее у владельца на эту выставку. В экспозиции представлены более 90 произведений, сюжетная графика, роспись по дереву, шкатулки в технике декупаж, авторские украшения. Впервые на выставке художница показывает свои новые работы в технике жидкого акрила. Акрилами я занимаюсь год. Тема для меня интересная. Стараюсь адаптировать технику жидкого акрила с доработкой темперой, проводить какую-то сюжетную линию. И, ну, в общем, стараюсь что-то новенькое найти, интересное. С картинами Ирины Никитиной жители нашего города знакомы хорошо. Она не раз выставляла свои работы в рамках проекта «Художники Сарова». Свою персональную экспозицию женщина не делала более 18 лет. Интересная работа, красиво. Как-то, как вам сказать, получаешь наслаждение эстетическое. Я удивилась еще и тому, что весна наступила, у меня уже столько картин. Весна, 19-й год. Потрясающе. Посетить выставку «Все грани» Ирины Никитиной можно будет до конца апреля в художественной галерее. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.